Всем привет! Продолжаем рассматривать работы, описание к ним Джованни Беллини «Мадонна с младенцем и святыми». Около 1500 года, дерево, масло 107 на 58. На картине из темноты выступает фигура Мадонны с младенцем, святых Екатерины Александрийской и Марии Магдалины, озаряемые мистическим светом. Так как женские персонажи рядом с Богоматерью изображены без атрибутов, то их интерпретация основывается на укорененной иконографической традиции. Существует мнение, что в их образах выступают знатные венецианки, заказчики Беллини. Замечательно отсвечивает жемчуга в волосах Екатерины, на роскошной отделке платья Магдалины. Благообразные и строгие лица, однако их выражение смягчается нежнейшей светотенью, аурой. Известно, что именно в это время, в 1500 году, Венецию посетил Леонардо да Винчи, художник, открывший высокое возрождение, атмосферные и живописные эффекты, растворение объемов в пространстве, особый лирический настрой. Впрочем, еще один образец для подобного рода композиции автор мог усмотреть у Антонелло ди Мессины, который в последние годы жизни работал в Венеции, принеся сюда технику и образное влияние нидерландской живописи. На протяжении всей своей творческой жизни Беллини с равным успехом писал масштабные алтарные образы и камерные произведения, где религиозная идея сосредоточена в интимном разговоре с Богом. Ну вот такое описание картины «Мадонна с младенцем и святыми» Джованни Беллини я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.